Привет. Привет, девочки. Мы увидимся на перемене? Конечно, отец. Я не собираюсь оставлять тебя одного ни на минуту. Что это за девочки, которые пришли на праздник с Панчо? Подруги Панчо. Обе? Обе. Хорошо. Привет. Привет. Привет, Даниэль. Привет. Привет. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, сеньорита Анхелика. Итак, ребята, контрольные проверены. И я могу сообщить вам ваши оценки. Мы могли бы купить на одну половину денег конфет, а на вторую мороженого. Мороженое тает. Все равно получилось слишком много. Ты же говорила, что мы все деньги потратим на конфеты. Я не думала, что мы столько выиграем. А как тебе удалось сделать ставку? Я уговорила Хорхе. Принеси телевизор. Его починили? Да, мой брат починил. Я хочу посмотреть четвертый канал. Четвертый канал находится на восьмом. А восьмой? На двенадцатом. А двенадцатый? На шестом. Твой брат умеет чинить телевизоры? Да. Но он не умеет настраивать каналы. Итак, ребята. А теперь оценки. Мабель. Зачет. Хорхе. Зачет. Мариана. Зачет. Даниэль. Зачет. Федерико. Зачет. Алисия. Зачет. Леонсио. Зачет. Рамина. Зачет. Вероника. Зачет. Флор. Зачет. Валерия. Зачет. Тони. Зачет. Лукас. Зачет. Мария. Зачет. Панчо. Зачет. Мигель. Зачет. Матиас. Зачет. Здорово, сеньорита Анхелика. А почему, если мы все получили зачет, вы не сказали это сразу, а стали перечислять по одному? Честно, Матиас? Да. Чтобы помучить вас. Хоть немножко за все то беспокойство, которое вы причинили мне в течение года. А теперь садись. Итак, ребята, настало время прощаться. На следующий год для вас начнется новый жизненный этап. И сеньориты Анхелики больше не будет с вами. Нет. Ребята, так должно быть. Мне тоже очень тяжело расставаться с вами. Я буду очень скучать по вас. По каждому из вас. Мне вас будет очень не хватать. Вы были особенным шестым классом. Я вас никогда не забуду. Никогда. Сеньорита Анхелика, мы сейчас все расплачемся. Мы с вами больше не увидимся, ребята. Сегодня последний день занятий. Мы должны еще организовать совместную прощальную поездку. Какую поездку? Ведь сеньорита Антония была против всех наших идей. Все равно мы должны поехать. Мы не можем лишить себя путешествия. Дон Хуан приглашал нас в горы, но на поездку надо много денег.
Денег, вы сказали? Но это не проблема. Хорхе, сколько у нас денег? Больше, чем достаточно. Но откуда у вас деньги, ребята? Еще одно чудо, которое совершил голубое дерево. Вы ставили на скачках? Да, и выиграли. И теперь мы можем поехать к Дону Хуану. Алло. Да, мне сообщили. Да, сегодня же я покидаю страну. Продавайте, продавайте все мое имущество за любую цену. Полиция ходит за мной по пятам. Хорошо, пусть дешево, но все равно продавайте, как угодно. Кто там? Ты, Рахелио? Лаурита, ты вернулась. Только чтобы поговорить с тобой, папа. Нам не о чем говорить. А тем более в присутствии этого типа, который заморочил тебе голову всякими дурацкими идеями. Он ни в чем не виноват, папа. Ты мошенничал, а меня посылала в лучшие колледжи. И там меня научили порядочности. Я узнала там, что хорошо и что плохо. Я не жалею об этом. Лаурита, не оставляй меня. Все меня покинули. Рахелио исчез. Моя любимая Антония тоже бросила меня, когда увидела, что все рушится. Я остался один, Лаурита, совсем один. Мне очень жаль, папа. Но твоя жизнь не могла кончиться по-другому. Ты меня никогда не простишь, да? Не знаю. Но сейчас мне нужно время. Я буду жить с бабушкой. Если когда-нибудь ты изменишь свой образ жизни... Мне уже слишком поздно менять образ жизни, Лаурита. Нет, папа. Никогда не бывает слишком поздно. Прощай. Прости меня, Лаурита. Я хотел быть хорошим отцом, но у меня не получилось. Не получилось.